Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим пирог манник. Очень вкусный манник на кефире. Без возни и миксера. Сначала смешаем все рассыпчатые ингредиенты. 1 стакан муки и 2 чайные ложки разрыхлителя. У меня стакан размером 250 мл. Все перемешаем ложкой и отставим. В другой емкости смешаем 1 стакан кефира, 1 стакан манной крупы и 1 стакан сахара. Все перемешаем венчиком до однородного состояния. Друзья, полное количество всех ингредиентов я вам оставила в описании под видео. И добавим 2 яйца. Желательно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Добавим 1/2 чайной ложечки соли, экстракт ванили и 0,5 стакана растительного масла без запаха. Вместо растительного масла можно добавить растопленное сливочное. И перемешаем все до однородной консистенции. И сюда же просеем рассыпчатые ингредиенты, муку и разрыхлитель. Кстати, если вы пользуетесь содой, то добавьте 1 чайную ложечку соды, погасите ее уксусом. К консистенции тесто должно получиться примерно как густая сметана. Не слишком густое и не слишком жидкое. Подготавливаем форму. У меня форма размером 24 сантиметра. Я ее смазываю кусочком сливочного масла и переливаю тесто. Духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов и отправляю запекаться тесто примерно на 30-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть сухая. Даем пирогу немного остыть и затем извлекаем его из формы. Посмотрите, какой красивый и румяный получился у нас манник. И получаются манники на кефире очень вкусные. Присыпаем его сверху сахарной пудрой. Подаем с чаем, молоком, кофе. Получается очень-очень вкусно. Давайте же отрежем кусочек и попробуем. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. А я уже жду вас в новых видео с новыми рецептами. С вами была Виктория.